Друзья, всем привет! Всем привет! Всем привет! Вы на канале Ипатыча Михайлович. Долго думали с ребятами, куда девать вот этот вот материал. Есть плохие ступеньки, которые нужно изменить. Сегодня сделаем ее по красоте вообще. Всем, друзья, приятного просмотра. Заряжайте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно роликом делитесь с друзьями. И погнали! А, вот еще новость. У нас тут второй паучок появился. Такого же раскраса, как и первый, только он гораздо меньше. Он сидит, вот он, маленькая точка. Вот он. И паутину плетет на крыше, прикрепляя ее к тенту. Но у него там не особо много кто попадается. А вот этот вот, мне кажется, это дитё вот данного паучка. Чем-то занят он тут сейчас. Плетет паутину. Комара, походу, высосал, которого я ему дал. Горбыль высох. Высох. Там дрова еще есть. Ага. Вот и дровишки на зиму подкапливаются потихоньку. Короче, либо вот эту надо спиливать, либо... А Михаил же вон стоит, нет? Вот, как стрельный избыток. Да, вот так надо походу спиливать. Тут 13,5. Надо тоже 113,5 сделать. Да. Сколько там сейчас?
На улице жара, на термометре сколько там? 26,3% влажности. Глаз алмаз. Так, на перекус сегодня у нас была картошка в казане, жареная, с колбасой и с поджаркой из лука и морковки. Сейчас пока все нарезаю, подготавливаю, увидимся у костра. Юга нашел новое место себе под сенями. Ой-ой-ой. Ненадолго. Ее убирать надо. Вот эта доска, она прогибается очень сильно. Не подрассчитали. Со временем она по-любому треснет. И сейчас напилили такой горбыль, сделали пазы, и сейчас будем устанавливать.
нравится? Лесенка нравится? Обжариваем до золотистого цвета. Наш лучок золотистого цвета, морковочка готова. Скинем колбасу. Сегодня рецепт такой. Немножко обжарили колбаску и добавляем картошечку на жарку. И приправу для картофеля. Пока мы с Михалычем собирали вот эту вот лестницу, Радик приготовил нам картошку жареную. Друзья, вот с этой лестницей даже визуально стала изба краше. Намного лучше выглядит. Блин, там мощная туча. Все затянуто вообще. Ступени готовы, все сделано, двери обратно установили и установили сюда такой настил, который у нас был здесь, только развернули его. Радик от нас уехал по срочным обстоятельствам, так это скажем. Поэтому мы с Мишаней сейчас отправляемся за бревнами, будем переделывать стол, будем шлифовать, шкурить. В общем, решили, что к этим новеньким, четеньким скамейкам, лавочкам нужен еще...
четкий стол. А, 197 же. 195 можно наверное.
Друзья, бревна, которые притащили, обчесали рубанком. Пьем чаек, отдыхаем и собираем, погружаем инструмент и идем домой, друзья. Можно сказать, что это будет продолжение следует. Но, друзья, обязательно заряжайте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь видосиком, комментируйте. Стол будет бомба, 100%. Всем пока, друзья, и до новых встреч. Всем пока.